кто-то может сказать, избалованы авторы автостопа новыми автомобилями. Но есть же в городе вполне приличные, интересные, подержанные иномарки. Конечно, есть. Вот один типичный представитель такого семейства. Toyota Soarer. Я точно не знаю, как переводится слово Soarer, но, по-моему, это какой-то божок довольно резвый. Наверное, древнегреческий. В японской интерпретации. Что такое быстрая техника в японской интерпретации? На автомате, между прочим. Это 2 литра и Twin Turbo. Когда я в первый раз открыл капот этого автомобиля, поначалу ужаснулся. Очень мне все это напоминало RB2.6 DETT от Nissan. Ведь тот же принцип, только развернут все шиворот на выворот. Автомобиль, между прочим, 86 года выпуска. И для 86 года выпуска сохранился очень даже неплохо. В движке вернемся. Это движок 1J. Достаточно распространенный. А вот эта модификация, да и нет. Выпускалась она всего с 86 по 88 год. Как работают турбины? Очень эффективно. С учетом того, что едем мы на несколько покоцанной, но зимней резине, при резком нажатии и переключении коробки из режима дежурного в режим степ-даун, вы знаете, на скорости 60 км в час был ощущен такой срыв задней оси в занос. Благодаря чему? Благодаря тому, что здесь 185 кобыл, между прочим, для 2 литров, да, нормально? Для 86 года. Конечно, правды ради скажем, 20-летний автомобиль сохранится в идеальном состоянии, может, только в исключительном случае. И здесь, разумеется, большое количество косяков и изъянов, ну, с которыми можно бороться, а внешний вид машины, ну, скажем честно, Nissan Skyline в 34-м кузове по мордочке отдыхает. А что мне еще понравилось? Это чисто американская филейная часть, такая рублёная попка с обалденными огромными фарами. В остальном, кстати, этот автомобиль, с учетом того, что его били калашматили, делали неоднократно, но вот сердце и душу автомобиля им затронуть не удалось. А какая здесь подвеска? Ну, о подвеске Максим скажет позже. А я еще вспомню 88 год. Выписывал тогда очень популярный, интеллигентный в среде журнал «Эхо планеты». И, по-моему, писал там Генрих Боровик. Он только что прибыл с Японии. Я, честно говоря, думаю, что та последняя машина, которая у него была наподобие космического ракетопланы, это была именно Toyota Soarer. Почему? Потому что здесь полностью цифровой информационный, скажем так, центр, где тахометр у вас так плавает, циферки километров в час тоже возрастают, кстати, даже если вы едете задом. Ну и все остальное. Температура двигателя и количество газолина. По газолину. Я думаю, что вполне приемлемые аппетиты, хотя катаемся мы, в общем-то, второй день. Где машинка имеется? Машинка имеется на центральной городской ярмарке. Стоит она всего 2000 условных единиц. А вы подумайте, 86 года автомобили где-нибудь в таком состоянии сохранились? Но и при небольшом количестве желания мы вот немножко вложили сюда и средств, и души, и в результате автомобиль запел. Я уже это пробовал, а теперь пальма первенства, а точнее, наш черный микрофон и передаю Максиму. Да, автомобиль, конечно, несколько уставший, но
Что понравилось? Естественно, прежде всего, цифровое табло. О нем Алексей сказал, но не уточнил одну деталь. Здесь вот сигнал повороток появляется прямо на цифровом щитке. К машине, конечно, надо привыкать, потому что, вернее, даже не привыкать. Как бы это сказать? Ее надо доделать. Хотя, в принципе, если приложить сюда руки, получится настоящий спорткар. Вы скажете, что спорткаров не бывает с автоматической коробкой? А я вам на это отвечу. Есть такая Ferrari 456. Она есть в комплектации А, то есть с автоматом. Такой настоящий дорожный крузер. И вот в отличие от Nissan Skyline, да, здесь-то места побольше. Гораздо побольше. Но вот кокпит водителя, сюда мне забираться длинноногому очень сложно. Это я, конечно, себе подстил, что я длинноногий. Не, ну правда сложно. Да. При неосторожном нажатии на педаль газа, особенно на гололеде, машина продолжает оставаться недвижимой или недвижимой. Почему? Объясню. Потому что твин-турбо. И меня еще одно удивляет в японских автомобилях, так скажем, 80-х годов. Когда мы катались еще все, ну, кто на москвичах, кто на копейках, люди в Японии ездили уже вот на таких, на фаршированных, в полном смысле этого слова, машинках. Потому что здесь есть все. Здесь есть автоматический климат-контроль. Коробка, опять же, автомат. Куча всяких примочек и прибамбасов. И в коробке автомат на спортивном автомобиле есть и экономичный режим. Но дорожка позволяет, попробую прохватить. Главное, нажимаем на педаль и циферки электронного спидометра. Чтобы так быстро побежали, это при плавном нажатии. А что будет при резком? А теперь, пожалуй, самое главное, что меня в этой машине порадовало. Я, честно говоря, когда она стояла на яме, заглянул под машину. Что я там увидел? Это сложно описать словами, но я постараюсь. Вот представьте себе подвеску Mitsubishi Pajero. То же самое я увидел снизу, когда зашел под автомобиль. Рычаги толщиной больше, чем с мою руку. Здесь ничего не гремит снизу. Да, здесь уже очень покоцанная резина, поэтому камеру несколько колбасит. Но это только на одном колесе. И это небольшая беда. С учетом того, что сейчас на 16 резину делают и отечественные производители. Да, здесь немножко треснутое стекло, ну и в этом небольшая беда. И вот все те недостатки, которые мы перечисляем, в том числе и не сделанный развал схождения, они легко компенсируются тем, что эта машина необычная, эта машина харизма. И для тех, кто ценит это именно качество в автомобиле, я думаю, это подходящий выбор.